Модель Mercedes S-класса в 126-м кузове от производителя Mini Champs в масштабе 1 к 43. Данная модель с удлиненной колесной базой. Темно-синий цвет. Не очень, на мой взгляд, удачный цвет. Модель также имеет салон синего цвета. Как и все модели Mini Champs, не имеет открывающихся элементов. В общем, модель довольно неплохо сделана. Очень неплохо проработан салон. То есть имеется маленький огнетушитель перед водительским сиденьем. Имеется имитация деревянных поверхностей, наклеечки, которые имитируют приборы и различные кнопочки. Сзади также два раздельных сиденья. Колесики легко вращаются. Днище модели довольно слабо проработано. Выпускная система является неким гибридом отдельных и просто нарисованных частей. То есть вся передняя часть это нарисованная, в то время как задняя банка глушителя является отдельной частью. Модели довольно грубо изготовлена передняя решетка радиатора. По-моему, она немножко толстовата, если сравнивать с оригиналом. Довольно хорошо сделаны задние фары. Задний значок и наименование модели сделано методом нанесения краски. Общее впечатление от модели. Машина довольно хорошо узнаваема и довольно неплохо скопирована. На передних фарах также имеется имитация стеклоочистителей фар в виде отдельных элементов. Значок выполнен методом фототравления. Модель изготовлена из металла, нижняя часть изготовлена из пластика.